На этот вопрос в Латвии провели уникальное исследование. Советы жителям дают сами воры-домушники. Подробности у Виты Елениной. Ограбить квартиру проще простого, откровенничают домушники. По данным опроса, так думает каждый второй вор. Оно и понятно, в большинстве случаев люди сами забывают закрыть за собой двери и окна. И преступникам, чтобы попасть вовнутрь, уже не нужен арсенал отмычек. Поэтому и орудуют все чаще не профессионалы, а любители. Чтобы защищиться именно от таких случайных воров, несовершеннолетних наркоманов, тех же самых профессиональных воров, которые просто не хотят пытаться... отшифровать замок, да, он быстрее его даже вскроет, его сломав. То есть поэтому вот этот профессионализм, он немного отходит в сторону. И самая проблема в чем, что вот эта сердцевина, она в дверях практически не защищена. Да, эту сердцевину, ее возможно поставить в дверь, но у нее необходимо поставить сверху защиту. Воры выбирают не парадный вход, а окна. Популярные нынче стеклопакеты можно открыть легким движением руки. А решетки на окнах использовать как лестницу к состоятельным соседям, живущим на верхних этажах. Обычно в квартиру проникают и вот именно через балконы, через окна. Даже не через дверь, потому что если дверь железная, если хороший ключ стоит, и в свою очередь снаружи это простое, легко проникнуть, простое окна пластмассовое, тогда в свою очередь вор просто выбирает самую легкую дорогу. Свою жертву воры чаще всего выслеживают. Заглядывают в окна, притворяются торговцами картошкой или почтальонами. Многое о благосостоянии проживающего рядом расскажут соседи и знакомые. Да и сам человек не скрывается. Порой невинное сообщение в интернете о долгожданной поездке за границу может стать сигналом к действию. Чтобы обчистить квартиру, домушнику понадобится всего 15 минут. Он возьмет все, что плохо лежит, и может поместиться в сумку. Деньги, драгоценности, мобильные телефоны, фотоаппараты. Ну, скажем, к примеру, приходит домой человек, оставил свои ключи от машины или кольца, или кошелек там сама на тумбочке прихожей. В то же самое время сами воры говорят, что им эти вещи больше всего нравятся. И в то же самое время воры говорят, если бы эти деньги находились бы в сейфе, им бы получить эти деньги или все эти ценности были бы намного труднее. Рассказали домушники и о своих страхах. Квартирный вор боится двух вещей. Долгого времени пребывания возле квартиры и квартиры, где он может быть застигнут и задержан, и лишится своей свободы. И второй момент – это шум, то есть свидетели. Сигнализация, камеры видеонаблюдения. Но больше всего преступники боятся четвероногих домашних любимцев. Но самый лучший охранник в доме – это вот такой пес. Его лай лучше любой сигнализации. За прошлый год в Латвии было зарегистрировано 4000 краж, из них почти половина в Рижском регионе. Но, как прогнозируют сами воры-домушники, число таких преступлений будет расти. Тем более, что впереди летняя жаркая пора с открытыми окнами и дверьми. Поэтому в полиции просят не забывать простую истину. Береженого Бог бережет. Вита Еленина, Андрис Рубинс, телекомпания ТВ5. Иногда...